студенты России сегодня отмечают Татьянин день или по-другому День российского студенчества. По случаю праздничной даты в Тувинском госуниверситете традиционно за отличные успехи в учебе, достижения в науке и спорте награждаются лучшие студенты. В этом году благодарственные письма, почетные грамоты получили более 100 человек. Благодарственное письмо вручается студентке Казанского педагогического колледжа Насвилюн Карине Вадимовне. Также в честь праздника студентов-активистов, призеров международных соревнований, волонтеров пришли поздравить представители столичной мэрии, общественной палаты Тувы, а также министр по делам молодежи и спорта. Около 80 студентов ТУВГУ были отмечены различными наградами. Цените свое время и постарайтесь его все-таки потратить более продуктивнее, чем просто кайфовать, скажем так, да? Спасибо, поздравляю. Празднование Дня студентов продолжится ежегодным ректорским балом.